Just hit a button, Morty, give me a beat. Здорово. Давно меня не было в уличных гонках, как вы могли заметить. Я решил начать записывать видео с говорящей головой. Собственно, ну почему бы и нет. Мы будем, значит, проходить вместе со мной путь музыкального продюсера. Ну, это, конечно, в идеале. Просто будем писать музыку, почему бы и нет. Название форматом я пока не придумал, вот, да и пока формата в принципе нет. Пусть будет просто такой импровизационный моментик. Сегодня я решил немножко поиграться с сэмплированием, возможно, даже что-нибудь почитать, ну и сделать какой-нибудь интересный биточек. Надеваем свои любимые наушники за 2000 рублей. Вот, потому что, ну, почему бы и нет, мы же пишем хорошую музыку, правильно? Наушники тоже должны быть, ну, соответствующей цены. Наверх я смотрю, потому что у меня на втором мониторе открыт OBS, и я не могу перестать любоваться собой. Вот, сегодня у нас довольно интересная тема. Я нашел, так, это что? Это мы сюда еще вернемся. Конечно, на Ютубе. Ну, типа, где же еще искать сэмплы? Типа, вы больше не знаете по-любому этих мест. Мне надо перестать смотреть наверх. Надо смотреть хотя бы вот сюда. Ну, в идеале, конечно, сюда, но иногда сюда неудобно смотреть. Нашел замечательный такой сэмпл. Вот смотрите, можете увидеть, я пролистал вообще немного. Это всего лишь 7-й по счету, но он супер крутой. Его 100% никто не использовал. Ну, как бы 7000 тут вообще не обращать внимания. Мы как бы, ну, в современном мире живем. Это просто вообще жир, какой-то жирнейший максимально. Его мы сразу же запихиваем в наш любимый, конечно, в MP3. MP3. Самые трушные пацаны используют MP3 в производстве своих битов. Я еще заметил, что вот белый экранчик делает меня немножко белым. Немножко белым. С темплом мы, значит, определились. Теперь давайте для красоты драмбрейк какой-нибудь такой олдовенький. И, возможно, вы тут увидите, что тут уже множество просмотрел. Хотя тут почему-то их нет. Ну, вот какие-то там мелька... А, ну вот оно. Погнали, поехали. Потому что что-то у меня уже там в загашниках своих валяется. Напоминаю, что для официального использования сэмпла необходимо очищать юридически, выкупать права на использование и так далее. Сейчас мы все это делаем с вами исключительно в развлекательных целях, правильно? На самом деле очень прикольный плейлист, тут много чего я себе иногда ищу. Прикольно, давай тоже возьмем. Нужно выбирать лучшее качество, 320 килобит в секунду. Это лучшее качество, ребята. Ну, если вдруг кому-то это нужно объяснять, то это, конечно же, сарказм. Вот, но, ну, куда деваться-то? MP3. Замечательнейший MP3, наш любимый. Пойдем дальше. Еще что-нибудь посмотрим. Ой. Да что ты говоришь? Это прям мелодия какая-то получается. Вот это прям база тоже. Давайте вот этим с перебивочками. Я объясню. Я искал что-то такое вот перебивочки. Что так вот и светленький это какой-то получается. Значит, берем и все это дело тащим в наш замечательный Ableton. Врапинг да, у нас не накинулся, замечательно. Ну и что, все вот это тоже тащим. Коротенькие мы будем врапить. Или врапить. Варпить. Вот такие дела, друзья. Значит, сначала начнем с нашего замечательного сэмплика. Ой. Вот это пранк, господа. Так, нужен наш замечательный симплер. Сейчас мы воспользуемся нашей замечательной MIDI-клавиатуркой, которую вы, конечно же, не увидите. Пока что. А, ну вот, увидели, все, обманул, получается. Так, теперь возвращаемся к нашим брейкам. Давайте их почикаем, потыкаем. Пук-пук-пук. Пук-пук-пук. Ну, тут тоже повторяется. Ну, хрен с ним. Вот так вот его почикаем, чтобы они все были одинаковые длинны. Как научиться говорить? Так, стартик мы сдвинем сюда. Вот это мы сдвинем сюда. И все. Порезали, убрали. Красота. Чисто ради эксперимента, как они звучат вместе. Что-то где-то троит. Все, вообще это супер жир. Объединяем их в одну группочку. Группочку. Так, глю компрессор.
Сразу оговорюсь, я не говорю, как точно вам делать. Вот, за этим, для этого есть профессионалы, для этого есть специальные курсы, для этого есть специальные люди, вот, которым стоит пойти учиться. У меня можно, не знаю, какие-нибудь фишки позаимствовать, но, опять же, использовать их, конечно, с умом. Потому что, ну, я пока не считаю себя компетентным человеком кого-то учить. Поэтому просто можете посмотреть, как лично я делаю. Понял, пока уберем, значит, эти драмбрейки, потому что они немножко мешают для записи непосредственно. Сейчас я люблю начинать со снейра. Поиск. Сделать сайдчейн компрессии от кикам. Замечательно, наша любимая. Атака 0. Короче, минимальная. От пика. И релиз чуть побольше, наверное. Говно. В смысле, кик говно. Конечно же. Давайте сказать что-нибудь другое. Программа называется не Ableton. Программа называется Live. Вот так вот. Век живи, век учись. Вы учитесь? А это вот поменьше. Что у нас такое? Раскатчика была. Такой свинг она у нас дает. Из-за вот этой задержечки, которую мы выставили. Сейчас давайте проверим, есть ли у нас тут эквалайзер. Ой. Есть ли у нас тут эквалайзер? Вопрос хороший. Возвращаемся к эквалайзеру. Нет, баса у нас нету. Ну, на всякий случай, откусим. Вдруг он там где-нибудь появится, да? Размножим. И теперь наш любимый Sematics Diablo. И драмбас отбудем. И вот магнитюдить поменьше. Сейчас посмотрим, может быть там вообще сныс, крыши снос будет. Вообще сныс и крош. Да, а ну-ка. Вообще, у меня сейчас такая мысль убрать вот этот кусочек, ну как бы, пока пусть остается. Ну какой-то... А вот этот прям такой. Можем поискать что-нибудь интересное у Кашмира. Кэш, от слова кэш, деньги. Битмейкинг, сложно, непонятно. Да вот, ребята, берем лупчики, берем залупчики, и все классно будет вообще. Так как будто и нафиг вот эти, правильно? Возможно, опять же, я его от него откажусь. Такое бывает. Да, нахуй это все. Так, и, соответственно, что у нас остается? У нас остается замечательный наш басец. То есть базу мы сделали, драмки мы сделали, сэмпл мы порезали. Остался басец, и я вот нашел такой вот... Нашел стандартный пресет серумский, просто выключил некоторые эффекты, там подкрутил. И получается у нас довольно прикольно. Серумовский серум замечательный. Вообще прикольно. Выделяем. Точнее, наоборот, не выделяем, а вот эти вот, которые по сеточке, бабах. Ctrl-A, Ctrl-U. Так, немножечко, чуть-чуть совсем сведение. Это пока не надо. Компрессор, соответственно. И здесь мы делаем тоже наш любимый сайдчейник. Сайдчейник, пик, бам. Будем использовать замечательный синий пиано. Очень прикольная пианинка. Мне она очень нравится. Там есть прикольные артикуляции. Вот кому интересно, можете брать. Тут уж кто как захочет. Можно покупать, можно не покупать. Можно покупать. Ё-моё, ребята, мы в Дагестане. Ё-моё, I need help here. Вот прикольно. Идея. Еще любимый контакт. Возьмем отсюда. Да пофиг, из секций. Да давай сначала трампет попробуем. А, не то. Так отисим. Ой, вообще клево. Давай запишем. Так, он у нас тут задержку дает, во-первых. Слышите, да, задержку? Это мы можем полечить волшебной функцией трек дилей. Обожаю просто стоп-таймы. У
В общем-то, я думаю, что можно на этом заканчивать. Также я хотел попросить вас подписаться на мои социальные сети, такие как Telegram, всем известная сеть. И спасибо за просмотр.